О чем может думать выпускник школы и его родители в это время года? Конечно, о ЕНТ, или вернее, о возможностях получения образовательного гранта. Университет Нархоз предлагает сразу 5 вариантов достижения этой цели. Какие? Знает Асем Караулова. Как поступить на грант в один из лучших университетов страны? Какие дисциплины необходимо изучать, чтобы быть востребованным даже через 20 лет? 4 мая в 12 часов в университете Нархоз готовы ответить на эти вопросы. Формат Open Air позволит загруженным учебой абитуриентам провести время не только с пользой, но и с удовольствием. Конечно же, мы ответим на всех интересующие вопросы. Это новая процедура подачи заявления на грант и также других возможностей получения грантов и грантовых программ. Абитуриенты и их родители смогут встретиться с будущими преподавателями и профессорами, среди которых немало выпускников из лучших университетов мира. Они расскажут о карьерных возможностях, новых учебных программах и образовательных трендах. Здесь, в Нархозе, мы пытаемся помочь молодым людям подготовиться к неопределенностям будущего. Никто не знает, какие работы будут доступны через 20 лет или около того. Но мы знаем, что мы должны быть креативными, гибкими, должны хорошо понимать мир. Тем более, что в Нархозе, помимо государственного, можно получить еще 4 вида грантов или существенную скидку на обучение. Уже этим летом университет Нархоз начинает кардинальную реконструкцию своего основного здания, в результате чего в Алматы появится современный учебный кампус, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Здесь будут большие открытые пространства, атриум, террасы и много естественного света. Автор проекта Генри Майерберг, американский архитектор, признанный эксперт в создании пространств, в которых хочется учиться и дружить. Асем Караулова, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.